Удивительный сон продавца в кукольном магазине. Его игрушки оживают и кружатся в танце. И самая прекрасная из них – фея кукол. Так и называется этот сказочный балет для детей. На сцене – студенты Самарского хореографического училища. Это их дипломный спектакль и выпускной вечер. В зале среди зрителей и государственная экзаменационная комиссия, оценку которой ждут с особым чувством. Я проверяю себя на чувство настоящего балета. Если случается на сцене праздник, костюмов, техники, образа драматического. Несмотря на то, что это балетные артисты, у которых есть специфическая техника, специфическая школа, то все состоялось. Сегодня все состоялось. Балету «Фея кукол» уже больше 100 лет. Он был одним из самых популярных в Европе конца 19 века. Для современных студентов это не просто дипломный проект, это первый выход на большую сцену академического театра. Может быть, для некоторых выпускников это единственная возможность выйти с сольной партии, потому что, как известно, после окончания училища все студенты приходят в гардебалет. И для того, чтобы выйти в сольные партии, нужно проработать год, два, три. После спектакля все выпускники получили дипломы. Среди них и фея кукол, она же Олеся Севастьянова. Она мечтала об этой партии. С очаровательным образом феи свыкалась несколько месяцев. Для нее это первая ведущая роль. Такое фееричное настроение у меня было. Восторг. Ну и волнение очень большое, потому что это огромная ответственность публики представлять себя в качестве ведущей солистки. Танцовщики балета – штучный товар. В этом году хореографическое училище выпускает 6 студентов. С окончанием 8-летней учебы их поздравил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. Я надеюсь, что вас ждет блестящее будущее, что вас ждут лучшие сцены России и всего мира. И сегодня вы вступаете на эту дорогу, по которой вам предстоит идти долго. 4 из 6 выпускников останутся в Самарском театре. 2 отправятся покорять питерские подмостки. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.